Как известно, учиться никогда не поздно, но и, что еще важнее, никогда не рано. Обучение становится более последовательным и эффективным, когда вуз и школа работают вместе. В пространстве университета Лобачевского много форм такого сотрудничества. Самое новое и в то же время самое яркое – университетская школа. Ее ученики с 5 класса готовятся к поступлению в вуз, проводят собственные исследования. В ходе реализации проекта сделано уже очень много, хотя для университетской школы это второй учебный год. Трудно представить, что вот само образование вдруг встанет и шагнет куда-то далеко вперед. Я думаю, что все-таки помочь шагнуть образованию должны те, кто может это сделать. Может и с точки зрения существа дела, то есть сам несет знания, дает образование. Тот, кто знает, какое нужно образование, ну и кто для этого имеет материальные возможности. Вот такой организации, которая в себе воплотила все это, является Нижегородский государственный университет, который вот такую школу создает, создал, и который ее курирует и всячески ей помогает стать действительно университетской, хорошей, замечательной, современной школы или школы будущего. Я бы хотела всех поздравить с началом нового учебного года. И некоторые результаты сегодняшнего комплектования говорят о том, что интерес к университетской школе высок. Элементы, которые вносит университетская школа в программы, они интересны. И родители понимают, что сегодня прогресс и вся жизнь строится на том уровне знаний, который получает ребенок. Главные преимущества обучения в университетской школе – деятельное участие в научной работе. И здесь самые активные и любознательные – пятиклассники. Лучше явью станут в жизни наши университетские мечты. У нас организовали университетскую школу. Я вообще хотел переходить в другую школу. Но поскольку я такую возможность получил получить хорошее образование уже в школе, чтобы потом легче было поступать в какой-то вуз, мы решили здесь остаться, поскольку я отличник, у меня 3 похвальных листа, да и вообще просто знания не мешают никогда. Перед вами красавчик электронный микроскоп. Его стоимость составляет 2 миллиона долларов. Позволяет он визуализировать атом. Модернизация школьного образования – освоенное поле работы физического факультета университета Лобачевского. Дни открытых дверей, физико-математическая школа, научная работа с будущими абитуриентами – все это шанс учащихся как можно раньше начать профессиональное развитие. В 40-м лицее сложилась традиция пользоваться этой возможностью. Здесь очень много делается для людей, которые учатся здесь. И я считаю то, что когда я буду выбирать учебное заведение, в котором я хочу 10 лет, как сказали нам на лекции, провести, я, конечно, возьму на заметку МГУ имени Лобачевского и буду знать то, что это очень хорошее место. Прекрасный физический факультет с высокотехнологичным оборудованием. И я буду, конечно, рассматривать этот университет как вариант. Плодотворное школьно-вузовское общение заканчивается поступлением на уже хорошо знакомый и любимый факультет. Тогда первый день осени и превращается в праздник. Буквально первый раз, переступив порог университета, я сразу решил для себя, что учиться здесь буду. Здесь ты видишь сразу большое количество людей, которые готовы уже приступать к учебе. Видишь какой-то огонь в их глазах и видишь огонь в глазах тех, кто готов тебя учить. То есть я могу сказать, что университетская 1 сентября поражает, во-первых, своей масштабностью, как я уже сказал, и каким-то таким студенческим духом, который вот на словах ты, может быть, даже и не передать. Я поступила на бизнес-информатику факультета ИЭП. И я выбрала этот факультет, потому что это именно то, чем я хочу заниматься в будущем, как я вижу себя в будущем. И Нижний Новгород, это, я считаю, что это мой город. Мне здесь удобно, комфортно и уютно. И Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, он очень крутой.
люди голосуют за наше образование своим аттестатом, а значит, своим будущим. Если вот такие дети доверяют нам свое будущее, то это результат не количественный, это качественный. То есть люди ждут хорошего образования и считают, что вот это наше университетское образование обязательно станет залогом их успешной карьеры, вообще их успешности в жизни. Это серьезно.